А вот жители Америки выразили недовольство работой своего президента в области борьбы с терроризмом и не только. Обнародован интересный факт, который сейчас активно обсуждают на политических платформах интернет-ресурсов. Барак Обама – самый непопулярный президент США за последние четверть века. Согласно опросу, проведенному CNN, нынешний хозяин Белого дома может позавидовать даже экс-президенту Джорджу Бушу-младшему, которого резко критиковали за войну в Ираке и начавшийся при нем финансовый кризис 2008 года. 52% опрошенных в целом хорошо отозвались о Буше-младшем, в то время как у Барака Обамы этот показатель только 49%. Причем его деятельность как президента одобряют и того меньше, только 45%. В частности, американцы посчитали провальным условия администрации Обамы в борьбе с террористами и Исламским государством и нелегальной миграцией. А также больше половины опрошенных недовольны экономической ситуацией в стране.